Ну, а кто его не читал? Сразу вспоминается «Лебедь, рак и щука», затем «Ворона и лисица», «Мартышка и очки». Мне кажется, он сыграл огромную роль в том, чтобы воспитать новое поколение. В далеком детстве я читал его произведения. Они мне очень понравились. На его произведениях вообще выросло и выучилось не одно поколение, потому что, ну, в школах это везде проходит. Именно благодаря Ивану Андреевичу Крылову весь мир узнал о русской басне. Его произведения любят и взрослые, и дети, а фразы из его творений давно стали крылатыми. Иван Андреевич Крылов за всю свою жизнь написал более 230 басен, изданных в составе 9 сборников. Басня – жанр дидактической литературы, который получил свой рассвет в период классицизма и просветительства. В басне всегда присутствовало два начала – художественное, то есть небольшой рассказ, и логичное, то есть мораль. Они показывают нам наши пороки через образы животных, часто, ну, допустим, как в пьесе, через образы недалеких людей, то есть которые малообразованы были или были на чем-то помешаны. Его произведения учат нравственным каким-то ценностям, любви к родине, потому что там отражен вот этот быт в каких-то обычных вещах. И вот эта его аллегория с людей на животных помогает увидеть нам наши пороки и исправиться. Великий русский баснописец, поэт и публицист большинству из нас запомнился такими произведениями, как «Лебедь, рак и щука», «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица», «Мартышка и очки» и множеством других. «Мартышка и очки» научила меня не просто слушать или смотреть за кем-то, повторять, да, но еще и вникать в суть всего этого. Иван Андреевич Крылов сыграл огромную роль в воспитании детей, а еще он сыграл роль в целом в нашей культуре, потому что благодаря ему весь мир узнал о том, что есть такой жанр, как басня. Русская басня. В 1812 году Иван Андреевич Крылов поступает на работу в Императорскую публичную библиотеку, где впоследствии трудится 29 лет. Сначала он работает помощником библиотекаря, после библиотекарем, а после заведующим русским отделением. Пожалуй, Иван Андреевич стал самым именитым библиотекарем Императорской публичной библиотеки. Немногие знают, что издавать басни Крылов начал ближе к 40 годам. До этого он прославился как драматург. Перевод басен Крылова на французский и итальянский языки был опубликован в начале 19 века во Франции. Всего при жизни Крылов написал 236 басен. Часть из них придуманы им самим. Остальные перекликаются с сюжетами басен «Эзопа» и «Ла Фонтена». Если быть еще более точным, часть из них – это хорошие переводы Ла Фонтена и Эзопа. Он отлично владел французским языком. Крылов выучил его еще в детстве, благодаря богатым соседям, которые позволили мальчику заниматься вместе с их детьми бесплатно. В то время у них были свои репетиторы. Несколько позже он самостоятельно освоил и итальянский язык. Известно также, что Иван Андреевич долгое время не мог учиться, и именно поэтому чтению его учил отец. От него в наследство Ванечка получил целый сундук с книгами. А вот несколько интересных фактов из жизни Крылова. В молодости известный баснописец очень любил принимать участие в кулачных боях, причем часто выходил победителем. Его произведения в жанрах комедии и трагедии были признаны критиками слабыми. Всю жизнь Иван Крылов был зависим от азартных игр. Его даже включили в черный список, составленный императрицей. Туда вписывали заядлых картежников, которым в целях борьбы с азартными играми на какое-то время запретили въезд в Петербург и в Москву. Иван Крылов был редактором славяно-русского словаря. Он так никогда и не женился, но нежно заботился о дочери своей кухарки, которую даже официально удочерил, и который завещал все свое состояние. Ходили слухи, что на самом деле она была его незаконно рожденной дочерью. Судя по сохранившимся сведениям, весил тучный баснописец около 168 килограммов. Он был в дружеских отношениях с Василием Жуковским и Пушкиным. В 1811 году Крылов стал членом Российской академии, а через 14 лет был выпущен сборник басен на трех языках. Его опубликовал граф Григорий Орлов в Париже. Все считали, что Иван Андреевич умер от обжорства, но на самом деле от двухстороннего воспаления легких. Старший брат сестру баюкал. Баюшки-баю, унесем отсюда кукол. Баюшки-баю. Уговаривал девчушку, ей всего-то год.
спать пора, уткнись в подушку, подарю тебе я клюшку». Едва научившись говорить, дети читают ее стихи наизусть. Первыми четверостишиями миллионов советских малышей были именно ее произведения. Про Танечку и мячик, про Мишку и бычка, который идет, качается, вздыхает на ходу. Ежегодно имя Агнии Львовны Барто входит в топ-10 самых издаваемых авторов детской литературы. В раннем детстве, когда как только научился читать, я сразу вот... Мама мне купила книгу с Агнией Барто, с ее стихами. И я читала стихи «Мяч», «Барабан», «Мишка», «Бычок». Самые короткие, которые я только мог. Они как будто такие укороченные очень, и они очень легко читаются. Также рифмовка хорошая, да и весело их бывает, даже смешно. Особенно в детстве сразу так смешно становится, ведь... Прям для детей они сделаны. Мне понравились его произведения «Бычок», «Мишка», «Младший брат». Они какие-то задорные и забавные. Первые стихи, которые читала мне мама, это стихи Агнии Барто. Они очень простые и нравятся детям всего мира. Однако метры рифмы и слога того времени не принимали Барто всерьез. Молодой поэтессе сказали, стихи хорошие, но рифмы надо переделать. Они трудны для детского восприятия. А Союзу писателей и вовсе не понравилось стихотворение про Мишку. То самое, помните? Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Его публикацию хотели запретить. Но в 1934 году за Барто заступился Корней Чуковский. К его мнению прислушались, и поэтесса не стала переделывать рифмы. Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенку поет. Вдруг упала шишка прямо в Мишке в лоб. Пройдет много лет, и известный космонавт Юрий Гагарин на листочке блокнота напишет первые строки этого стихотворения, поставит автограф и подарит Агнии Львовне. По признанию космонавта, это были первые стихи о добре в его жизни. Простите, ваши самые любимые стихи. У меня нет самого любимого стихотворения. У меня самое любимое то, которое я напишу завтра. Это, простите, то, что вы напишете завтра? Но его же еще нет, оно еще не написано. А мне всегда кажется, что завтра я напишу самое хорошее стихотворение. Недаром говорят, талантливый человек талантлив во всем. Агния Львовна умело совмещала в себе сразу несколько талантов. Училась в балетной школе и хореографическом училище, но танцевальная карьера так и не сложилась. Кроме стихов и танцев было место и для кино. Барто вместе с Риной Зеленой написала сценарий фильма «Подкидыш», главную роль в котором сыграла ее лучшая подруга Фаина Раневская. Самую знаменитую фразу «Муля, не нервируй меня» написала Агния Львовна. После войны известная детская поэтесса написала еще сценарий к 5 фильмам, а по мотивам ее стихов снято несколько мультипликационных фильмов. «Слушайте!» – крикнул прохожий ребятам. «В каком же вы классе, товарищи?» «В 5-м!» 17 февраля 2021 года всенародной любимице русской поэтессе, писательнице Агнии Барто исполнилось бы 115 лет. Ее стихи знают и помнят все – дети, мамы, папы, бабушки и дедушки. И это неудивительно. Ее книги пользуются огромной популярностью. Их практически не бывает на полках Центра интеллектуального развития детей и молодежи. В годы Великой Отечественной войны Агния Барто трудилась токарем на фабрике. Она говорила, что эта работа помогала ей общаться с детьми и черпать от них вдохновение. Те, кто был знаком с Агнией Львовной, уверяют, что человеком она была тонким и искренним, и однажды сказала такую фразу: «Почти у каждого человека бывают в жизни минуты, когда он делает больше, чем может». На таком надрыве сама поэтесса провела практически всю сознательную жизнь. Каждому делу, за которое бралась Агния Львовна, она отдавалась целиком. Это была не какая-то уникальная способность, а образ жизни. На протяжении 10 лет Агния Барто вела радиопередачу «Найти человека». Эта программа помогла отыскать тысячи людей, которых потеряли родные и близкие в годы Великой Отечественной войны. Идея радиопередачи «Найти человека» появилась не случайно. Одна из немногих поэм Агнии Барто была посвящена поездке в детский дом. Поэму прочла мать девочки и связалась с поэтессой. Материнское сердце узнало свое чадо в одной из героинь. Так, при помощи творчества Барто, женщина вновь обрела ребенка.
Агния Барто – кавалер 6 орденов СССР, а также лауреат Сталинской и Ленинской премии. Агния Барто умерла в 1981 году от инфаркта. После смерти ее именем назвали астероид и кратер на Венере.